Родители рожденных в 2016 году детей, несмотря на рабочий день и дождливую погоду, собрались сегодня в разных точках города для того, чтобы посадить аллеи новорожденных. Эта акция получила название «Мое первое дерево» и прошла в нашем городе впервые. Она, как и многие другие акции 2017 года, посвящена году экологии, но кроме этого она приурочена к Международному дню защиты детей. Ну, я думаю, это символично, в День защиты детей все-таки здесь, как бы, она уже у нас называется еще аллея новорожденных, то есть дети родились в том году, и как бы каждое семейное дерево, то есть, наверное, как-то немножечко в честь, наверное, может быть, малыша, родившегося в том году, то есть что-то новое, что-то растущее, новое, зеленое появилось в их семье. Об акции было сообщено на сайте администрации города. Желающих, на удивление, организаторов оказалось немало. Многие семьи решили не упускать возможности посадить свое семейное дерево. Первая из причин была то, что каждый человек должен сделать несколько дел, да, то есть это построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Сын у меня есть, дом я тоже построил, осталось только дерево. Тут такая возможность, но как нельзя было не воспользоваться этим. В июле 2016 года чета Прокопенко стала родителями во второй раз. И пока их маленькая дочь София наблюдает за процессом посадки дерева из коляски, сын Андрей активно помогает родителям. Мне нравится эта идея, потому что деревья очень красивые. И они дают нам кислород. Красотой и кислородом сегодня наполнили не только Нижний городской сад, но еще три района города. Акция «Мое первое дерево» прошла также в сквере у Дворца молодежи, в парке на улице Новаторов и на Скобелевском бульваре. В каждом районе Рязани сажали разные деревья. Здесь, в Нижнем городском саду, саженцы ясеня. Их сегодня было посажено около десятка. В других районах появились молодые рябины, каштаны и липа. По итогам акции каждый из участников получил вот такой сертификат, в котором указано, когда и в каком месте было посажено их собственное семейное дерево.